центральном парке Люберец состоялся детский инклюзивный праздник «Провожаем лето на хендбайке». Социальный проект «Доступное движение для самых маленьких» инициирован Фондом помощи и социальной адаптации инвалидов «Качество жизни». В этом году он стал победителем конкурса президентских грантов. Подопечным комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» предложили покататься на хендбайках. Это трехколесная версия велосипеда, которой могут управлять люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Цель проекта – это предоставление возможности детям с ограниченными возможностями, по каким-то причинам не имеют возможности кататься на велосипедах, проводить время в парках со своими сверстниками. Тем самым, скажем так, ну, знаете, у ребят, у которых нет проблем со здоровьем, мы пытаемся, ну, что-то воспитывать, доброту, понимание, что разные люди вокруг. А у ребят, у которых есть проблемы, я надеюсь, временные со здоровьем, мы как бы формируем, пытаемся формировать уверенность в том, что мир окружающий, он не негативен. То есть мы все разные люди в одном мире. Подобное мероприятие прошло в 12 парках Москвы и Подмосковья. 25 сентября детский инклюзивный праздник состоится на ВДНХ.